Вальс, полонез и задорная полька. Во Дворце культуры города Черкесска состоялся первый в республике студенческий бал в стиле 19 века. И прошел он по традиции в Татьянин день. Романтичные девушки и парни окунулись в праздничную атмосферу другой эпохи. А вместе с ними и наш корреспондент Альбина Ламкова. Нет, это не исторический фильм. Это молодежь нашей республики, попавшая в мир элегантности и аристократии. По условиям проведения мероприятия девушки были в вечерних платьях, кавалеры в костюмах. Молодежь полна радости, беззаботности и искреннего веселья. Поводов для таких эмоций, конечно, много. И один из них – бал. Нравятся балы из-за грации, воспитания на балах и наряда. Что будем танцевать? Болоньезу, вальс, польку. Честно, больше нравится вальс. Вообще идея хорошая. Все-таки в этом веке было все красиво, много роскоши. Никто из присутствующих на балу не был профессионалом, но танцевали все красиво, с радостью и удовольствием. Мероприятию предшествовали репетиции, на которых ребята освоили главные танцевальные движения. К подготовке праздника они подошли очень ответственно. Специально к этому дню девушки подбирали платья, украшения и соответствующие прически к ним. Очень нравится эта атмосфера, вся бальная, когда парни, кавалеры, все это грациозно и очень красиво происходит. Более такая уютная, более спокойная атмосфера, нежели выйти в город, там все на машинах каких-то, там включают громкую музыку, а тут мелодичная музыка, которая прям бальзам на уши. Это очень интересный опыт, за что мы хотим сказать спасибо. Нравится атмосфера, то есть люди проводили очень много времени вместе и все-таки старались весело его проводить. Не то, что сейчас. Гости смогли погрузиться в атмосферу другой эпохи и узнали историю проведения светских балов. Обращают внимание молодежи на культуру нашей страны. Этикет. Сегодня вы студенты, а завтра вы уже профессионалы. И каждый из вас внесет достаточный вклад для развития и процветания нашей любимой республики и великой страны. Сегодня на балу такие красивые молодые люди собрались. У нас зрители просто захватывает дух. Инна Кравченко пожелала ребятам успеха в учебе, неисчерпаемой энергии и веры в свои силы, чтобы реализовать самые смелые и амбициозные планы. На празднике вручили благодарственные письма Ассоциации директоров учреждений среднепрофессионального образования. Были отмечены участники студенческого бала. Эмоции самые яркие. Основной задачей нашей было погрузить детей в историческое прошлое нашей страны, показать им богатство нашей истории. Есть чем гордиться. Атмосферу настоящего бального вечера создавала живая классическая музыка в исполнении оркестра филармонии Карачаево-Черкесии. Еще в памяти участников студенческого бала останутся не только эмоции, но и фотографии. Действительно, в зале царила атмосфера 19 века. Радовали взгляд красивые платья девчонок и элегантные костюмы мальчишек. Музыка, галантные манеры дали ощущение, в частности, к золотому веку. Время Пушкина, Достоевского, Чехова, Грибоедова, Гоголя и многих других достойных литераторов. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.